Всем привет! Сегодня я покажу, как создать свое простое прогрессивное веб-приложение Progress Web Apps на Polymer. Для начала перейдем в папку и нашу и откроем командную строку. Позже скопируем этот URL и пропишем git clone. И это ссылка. То есть у нас уже должен быть установлен git. У меня он не установлен, поэтому download zip. Ну и просто ждем скачивания zip-архива, который содержит вот этот код. Это является вообще примером. Так-то их тут больше. Но так как мы создаем Progressive Web App, нам это подойдет. Архив скачался. Теперь мы его можем открыть и разархивировать. Открываем папку и уже открываем в ней командную строку. И пишем npm install. И ждем загрузки. Если у вас возникает такая ошибка, то просто вводите команду npm audit fix. И то пакеты, которые не смогли по какой-то либо причине установиться, ну, переустановятся. Поэтому я сейчас их переустановлю, а пока ждем. Теперь мы можем запустить наш проект командой npm start. Теперь мы можем открыть наш проект по вот этой ссылке, просто перейдя по ней. И как мы видим, все работает. То есть вот наш текст можно перемещаться. Можно менять. То есть все работает. И это нормально. Вот, можно добавить. Можно так даже магазин свой создать, конечно, если его подключить. Ну, например, к Intershops или кассе Яндекс. Даже можно вот в исходном коде посмотреть, что все это создано на Polymer, и при этом можно открывать на любом устройстве. То есть это работает не только как браузерное приложение. Вот все наши. Вот код, ну, точнее он уже скомпилирован, но может кто-то и может разобраться. То есть все работает, и при этом можно менять абсолютно все. И footer, и header, и самое главное. Чем Polymer удобней на того же React'а, тем, что он, ну, во-первых, он легче. И, ну, это его самый главный плюс. Если React много есть, то Polymer
весит не очень много, и поэтому с ним удобнее работать. Конечно, есть, например, Vue, Svelte, ну и множество других фреймворков, но я бы выбирал либо Polymer, либо Vue, так как они, ну, Polymer, конечно, уже не так сильно развивается, но Vue и React очень хорошо развиваются. А на этом все. Ссылки я оставлю в описании. Вот, собственно, стартер-кит. Всем удачи и всем пока.